Доброе утро. Вот наш водитель и помощник в детской школе. Мы находимся в центре Хараре. Семь часов утра. Люди едут на работу. Мы уже это несколько дней в Зимбабве, в колледже Ассамблеи Божьей, где проходят наши классы. You've been such a great student, and I admire your study and endurance and perseverance. God has formed the mountains and made the wind. He said, сегодня у нас субботний день. Мы пригласили всех выпускников SMT, школы мессианской теологии, на получение дипломов или сертификатов по окончании этого курса. Уже сегодня в Зимбабве мы провели выпуск школы мессианской теологии. 130 человек получили сертификат. Сегодня, вот сейчас, вот выстроили все покушать. То есть, как всегда, есть хорошая новость. Одна, то, что мы получим сертификат. Другая еще лучше, что все покушают. И будет у нас такой вот ужин или обед. Перед тем, как люди уедут дальше, поедут в свои города, свои поселки, кто откуда приехал. Некоторые нужно будет целый день ехать. Так что, друзья, мы видим, что люди очень благодарны всему то, что происходило сегодня на служении. Спасибо вам большое, что поддерживали нас в этом путешествии в течение нескольких недель. И я хочу сказать, что ваши молитвы, они очень-очень чувствовались на все протяжении. Большое спасибо. Я очень благодарна. Вообще мы благодарны. Я и Татьяна благодарны, что вы подвязали за молитву, за нас в путешествии. И я благодарен, что мы чувствуем себя нормально. Несмотря на переезды очень интенсивные, спасибо, что вы верите в нас, что вы поддерживаете нас. Пускай Бог благословит вас.